Я опять пытаюсь снять индийскую выставку, потому что в прошлый раз я сняла, и YouTube вообще не пропускает индийские мелодии. Даже вот если их там резать-резать, вообще не пропускает никак. Вот сегодня вроде бы как она тут не звучит, и можно спокойно... Здравствуйте. Ага. Спасибо. И сегодня можно более-менее посмотреть. Или вам показать. Кошельки. Кошельки в какую цену у вас? Вот такие. 1500 кожа Пакистан. Угу. Это китайский вариант. 800 рублей, 1500. Угу. Китайский вариант. В общем, попытка номер два. Здесь, значит, уже пошли каменья. Сюда мне звонил, я ему девчонок позвонила. Шарф это 500 рублей. О. Ой, ну это было сколько, это давно же было, года три, наверное, назад. Так, и сейчас... Брошечки. Все по 700, и я говорю, нет, по 1000. Потому что, ну, надо просто все так делать. Плюс еще у всех пусто, ну там девчонки, которые ездили, они смеялись, но слушай, все же, ни у кого такого уже не нет, хорошие продавцы, да. Ну и он жмут такой. Я у него что-то попросила, ну подешевле еще. Вообще, сказал, нет, вообще да. Сейчас у нас жмут какие-то порядки. Раньше не так не стоит. Перчатки. 500 рублей. Перчатки по 800, по 900 рублей. Ну, такие вон можно и на рынке Крастес купить. Что ж по специальной цене. Красные. Светло-зеленые. Такого красивого. А такие перчатки в какую цену? 700 рублей. 700 рублей. Хорошенькие. Палантино, море палантино. Они масляные, да? Да. Они без смерти. А сколько у вас стоит? 500. 500 рублей, да? Стремная база масла без спирта. Бангалор. Голубой лед. Ой, это неприятно. С утра. Ну-ка, чем пахнет? О. Ой.
такой специфические запахи. Здесь одежа. Палантин. Угу. Платочки, палантинчики. Это что такое? Да, верх дизайнерской мысли. Так, тут что? О. Какая юбка синяя. Вот у меня раньше была индийская юбка, сейчас таких нет. Что-то гороховое. Это что тут такое? Ну, это совсем прозрачное что-то. Ну, одежда как-то мне не очень. Что-то черное. Ну, вот это вот на каждом тайском рынке продаются пляжные платья. Шарфы Парео. Одна штука 300 рублей, две штуки 500 рублей. Цвет нежно мятный, переходящий в пудровый, что-то такое. Какие колоритные индийские мужчины. Боже, боже. Что-то говорят? Это что за ковры? Не ковры. Покрывало в стиле пичворк. Это что тут такое? Это здесь постельное белье. И сколько же оно стоит? Жаккард сатин. Двухспальные. Мы с Таней еще первый раз приходили, так смотрели шоу-шоу вот эти вот, но те, кто покупал, были постоянно. Ой. Стачено ли просто? Стачки нигде не... Ой, неправильно сделали, ничего страшного. Стаченного нигде нету, все ровненько, все хорошо. А верлока нету. То есть шов правильный. Белевой, как надо. Да. Ну пожалуйста. Ладно, сейчас посмотреть можно. Какой вам показатель? Ой, да я не знаю мне даже какой. Давай, показать. Сейчас я расположу. А вот такой литой. А наволочки как там? 70 на 70. А здесь не подходит. У меня европейку. 50 на 70 и 70 на 70.
4 наволочки, 50. Это в семейном, А в двухспалке 70 на 70, да? В двухспалках 70 на 70. Не подходит нам. Мы приедем на следующий год, я вас снова жду. Отдельно простыней, отдельно просто... Жалко. Ну ладно. Так, а здесь что у нас? Боже, видимо, что-то разогревающее. Это вады индийские. Не знаю, как их применять. Ну, здесь тайгер, обычный тайгер. Бальзам тигра. Тайский, вьетнамский, какой хотите. Здесь мылка. Наверное, натуральная. Здесь что для волос? А чем у тебя? 150. Все 150. Это вот это сложно. Аромапалочки есть даже. Это... Ой, спасибо. Да. Гималайская паста. Мне, кстати, на... А, на месте тануши. В комплекте с щеткой. Ну вот, еще какая паста есть. А в какую цену паста? Офигел, 200 рублей. Ну, они здесь зажратые, конечно. Ладно, идем дальше. Пашмины. Смотрите, даже антилопы есть. Ой, какая прелесть. Пашмины. Кашмир, ручная работа. Ой, прелесть. Красота. Это что? Ой, что тут такое? Это тоже палантины или как шарф? Палантины. Шарф вот. 50 ширина. Шерстяной, цветной, вот еще не собрала, и шел. 50 шарф, 70 палантин ширина. Угу. Сколько такой палантин? 1500. 1500, да? Расцветки вот на него. Вот эти, да? Это шерсть, да? Да, это шерсть. Угу. А вот этот... Это шерсть палантины. Тоже шерсть палантины. Угу. 3000. Одноцветные 2500. Угу. Ой, глаза прям разбежались. Это, видимо, ручная работа. Двухсторонний, да? Да. Так, ну дальше посмотрим, что тут есть. Тоже хороший. Ой, зацепилась. Дешевые, не дешевые. Так, что здесь? Масло для лица, масло от облысения. Кому надо? Про
него тоже вот ходили, мне вот буквально там 4-5 раз в месяц, полтора максимум, и видно, что он спящий выключает, просыпается. Чудодейственное масло Сесса от Облысения. 900 рублей. У нас 600? А, 600 рублей маленькая, 900 да. Большая. Его хватает месяца на 4 маленького, потому что экономно. Немножко в ладошку набираете, вот пальцы смачиваете, прям массаж делаете. Его не надо очень много. Масло, да? Так, сейчас я сюда... Это я зашла. Органовое масло. Есть. Ну-ка посмотрю сейчас. Женское здоровье. Вот, ставьте на паузу, можете прочитать. Шатавари. Это с улиточной слизью, да, я так понимаю? Это вот чисто для роста, а не только от облысения, но для роста волос. Для роста, конечно, да. Если оно положительно влияет на луковичку, то оно для роста подойдет. Тоже хотите, я вам дам про него почитать? Там прям состав подробно разобран и какая травка лечит. Он смываемый? Да, конечно. Ну, его наносит раз в неделю, минимум на час. От часа до 8 часов держит. Ну, то есть на ночь даже можно. Раз, потому что смывается. А вот это что? Крем для пяточек. Для пяточек. Пяточки у нас требуют. А сколько крем? 200 рублей. 200 рублей. Вообще крем. Это очень хороший крем. Это Люшидам и Гималле. И это вы вообще, когда вы попробуете, сами понимаете, когда хорошо удаляете все. Да? Ну, не знаю. Чего только я не пробовала. Какие глазные капли для улучшения зрения? Без хирургии. Так, ну ладно, сейчас посмотрим. Мазь от варикоза и геморроя. Представляете, где варикоз и где геморрой? А это что? Обезболивающее лечебное мазь. О боже. Ой, я в этом ничего не понимаю. Правда. А брать вот так вот абы что я не хочу. А здесь тоже всяческих. Ну, вот цена у них начинается от 1,5 и до бесконечности, я бы сказала. Дальше. Пойдем посмотрим дальше. А вот какой красивый. Это тоже ручная работа. Так, здесь специи пошли. Это вот такая баночка 150? Да, там 180-150 грамм примерно. О, можно взять? Или вот такую, вот эту лучше так? Ой, какая вкусная. Можно взять какую-нибудь приправу от Оливы. Девушка, вот такую для плова тоже одну? Одну, да? Хорошо. Одну насыпать мне тоже? Приправа дачная. Вот такая штука, 150 рублей. Давайте две. Ой, какая вкуснятина. Надо взять, надо взять. Дайте-ка я пройду.
О боже, как пестрая. Давайте гучи, как испанская смесь. А вот эта жгучая, она такая более яркая. Для борща. Так, а вы мне подберите. Мне вот это... Ой, какую я проложу? У вас бог шафрана, потом борщ и туман. Это очень 450. Да, термоядерная. Это очень. Да. Так, мой быть, ой, будьте здоровы. Для гриля, для фарша. А вы в какой-то еще пакетик слышите, да? Кунжут белый. Все по 150-200 рублей. Карри острый. Карри нежный. Для гриля. Перец лимонный. Он нужен для морепродукта, рыба, мясо, птица, тушеные овощи, салат, соусы, запекать, тушить и жарить. Кстати, вот очень, ой, какая вкуснятина, перец лимонный, сванская соль. Ну-ка, понюхай. А сванская соль пахнет рассолом из-под помидор. Кориандр. Кориандр почему-то вообще ничем не пахнет. Белый кунжут, черный кунжут. Переправу так я не буду. Можно взять сухой имбирь. С лимончиком сделали. Все простудные. Ничего. Вот это вот я, наверное, возьму себе, смотрю. Я женщина пришла с грудным ребенком, вон, и в садик будет ребенка. Она говорит, мы, говорит, попили 3 дня и вообще не болеем. Да. Поэтому, если дети есть, имейте в виду, имбирь у нас вместо лекарств. Я, наверное, имбирь возьму. Вот это приправа называется торпеда. Вообще немножечко, да, и можно везде сыпать. То есть во все, вот, куда можно. И супы, и вторые, и в чай, и кофе. Вот хоть куда. Он, во-первых, хорошо вот эти, как сказать, уничтожает вот эти паразиты. Болезнетворные бактерии. Иммунитет укрепляет очень хорошо. Ну я про имбирь-то знаю, что он хороший. Так, корица, если он... кто берет, он, она вообще хорошо. Это у вас корица или все-таки... У нас настоящая корица. Хотите попробовать? Хочу. Обалденная. Хочу. Такую нигде не найдете. Она, ну, очень... не знаю. Давайте вот так руку. Многие говорят, что вы сахар добавили. Нет, она такая. Давайте я попробую, дам корицу. Давайте девушка попробуйте. Индонезийская корица очень ароматная. Во-первых, у нее очень много свойств. Мы даем специальные рецепты, как применять все это, как имбирь, как куркуму, как корицу. С горячим молоком она вот слизь должна срываться, и вот эта слизь, она вот есть лечебная. Вот ее пьете. Сытность дает, эффект дает. Имбирь. Дайте мне имбиря чуть-чуть попробовать. Сильно жгуч? Да, ну, имбирь прям очень хороший такой. О! О! Пробивает и пробивает. Причем болит. Дайте мне имбиря, значит. Так, а что мне еще-то взять такое? Куркума, это чистит кровь, если что, имейте в виду. Куркума. Она чистит кровь, она также для того, чтобы выводить токсины. Вот, и воды пейте. Спасибо. Больше. Так, паприка, мелиссунеми. Корица. Я уже не знаю, у меня имбирь во рту. Еще раз дать. Да ладно. Так, мне что-нибудь надо из приправки. Остренькое любите? Не да, остренькое люблю. Если остренькое, берите, лучше там немного осталось. Какая-то что? А вот эта торпеда? А она уже такая мега жгучая. Это испанская жгучая смесь Толедо. Вот эта? Да. А я торпедой. Толедо. Ну, пускай будет торпеда. Для мужчин, они нас любят. Или кто любит такие острые? Нет, это сильно острая. Горчичная семья, рыба, мясо. Жгучая, да?
Восточная малахита царская. А царская что там у нее? Лук, перец. Тоже черный перчик. Мой. Овощи луговая. Ну да. Дачная, радужная, аппетитная. Кружу там чуть-чуть другая. Да? Ну тут состав хороший. Тоже во все, да, можно? И с рисом, и с макаронами, и с картошечкой, и с капустой. Ну давайте, ладно, мне вот эту вот золотистую. Прилипла я возле этих. Короче, взяла я имбирь сушеный и забыла как. Царская, по-моему. Ну, попробуем. Так, восточные сладости. Вот имбирь попробовала молотый. До сих пор уж пьет. Прямо вот он жгучий-злючий. Так, а тут-то что у нас? А, ну это все той же гималайские. Добавки. Биодобавки. Это что у нас? Девушка, это что? Это крема для лица. А, для лица. Это увлажняет, это от солнца нежный скраб, с куркумой отбеливает. Ага. Эти вот гели для умывания. Угу. Какую цену? 200 рублей. Что тут все по 200 рублей? Да не кинься, все по 200 рублей. Кстати, выставка работает до 3 числа. Завтра еще один день. Ну, ювелирка. Меня индийская не очень вставляет. О, боже, какие перстни, рубины. Не, ну так красивенький. А что это за камни? Серебряный тут комплект. Искусственно выращенные рубины, цирконы при заказе. А, искусственные. Цитрин, рау, аметист. Искусственно только рубины. Угу. Колечки от 1000 до 3000. Тут комплект там, если угу. Подвесить. То... А серьги под жемчуг есть у вас? Вот, какие перстни. Слушай, ну она что-то небольшая, если мы что-то пойдем, нет, какой-то приятный. Вон в круг, или да, мы с тобой вот так пошли. Бусики, бусики кругом. Ну смажешь. Как бы не отвалили тебя. Не, не отвалили, мне тоже спасибо. Да? Да. О, боже, какой запах. С добавками, да, вот эти вот, все по 250-100 грамм. Ганеша.
конечно. Вот тут еще индийских. А тут уже по 200. Так, там было по 150. А нет, и здесь тоже по 150. Корица молотая тоже по 150. Опять каменья пошли. Подбирает аромат для каждого человека бесплатно. Это, наверное, сад, как сказать, Рамакришна, вот в Индии такой есть известный, на рынке подбирает, составляет ароматы индивидуально по ауре, там, не знаю как. Ну вот, наверное, его коллега. Так, здесь тоже чаи. Масала. Чай-масала. 300 рублей Дарджилинг. Это что? Это рис. Рис, ароматик, басмати. 250. Рис, ароматик, басмати. Так, что тут пишет про... Рис басмати – разновидность зерного ароматного ароматического риса, который с незапамятных времен выращивает в предгорье Гималаев. А, здесь пошли полезные свойства. Вот. Можете на паузу нажать и прочитать. Чьи хорошие добавки все натуральные, чтобы вы понимали. И еще есть зерно. Это рис басмати, не пропаренный шлифон. Здесь чаи. Только кто-то пьет зеленый чай, кто-то черный. Зеленый чай лучше снижает давление. Черный чай больше тонизирует. То есть если давление у человека повышенное, ему надо брать зеленый чай. Или повышается давление. Если гипотоник, брать только черный чай. У кого низкое давление, только зеленый чай. Зеленый. Смотрите, это упаковочка для большинства чаев. Смотрим, ананас зеленый. Если есть. Ананас. Для вас, Татьяна, на зеленый. Будет не крупный, не крупный, но он необыкновенно душистый. Весенний мартовский чай самый душистый, самый ароматный. Он содержит больше всего танина, а танин укрепляет стенки сосудов. Это считается чай здоровья. Все весенние чаи первый год самый дорогой и самый выгодный во всех отношениях чай. 450-850. Он стоит 450 рублей. Так, 850-450. Здесь специи уже пакетированные. Порошок манго, кардамон зеленый, молотый. Что тут еще? Чай по 250 рублей. Зеленый просто классический. А добавками все такой мягкий чай, а это средний классический. Давайте вот это. А этот чай в какую цену? Нет.
400 рублей за чай. А здесь сколько грамм? 200 грамм. 200 грамм, да? Да нет, не надо, благодарю. Это все зеленые, да? Нет, есть черные. Да, они все натуральные. А вот нет, добавки только натуральные. У нас да, ни одного химического никакого элемента нету. А вот эти почем? По 400, там 200 грамм. 100 граммовики по 250. Ну вот она заварила, я ничего не отмечала. Она в счастье. Она в счастье. Ну, вот такой вот индийские специи, рис басмати, лучший чай Индии Цейлона, ароматный кофе. Так, ладно. Ну, возможно, завтра я сюда приду уже целенаправленно. Выставка работает, напоминаю, еще до 3 числа маленько продлили.